Алихан Сулаймонов, Кыргызстан. А, сладкий мой. На сцене он очень уверенно двигался. Мальчик любит свое. Вот чем он занимается? Он по-настоящему чувствовал каждый ритм. На кастинге у меня было вообще другие движения. То есть здесь уже другие, новые. Мне кажется, что я в Кыргызстане лучший танцор. Я должен выиграть, удивить всех. В 11 лет добиться и танцевать так, и иметь такую харизму – это на самом деле дар. Я надеюсь, что сегодня он использует это все на все 100. Доволен выступлением? Очень. Судьи будем слушать или уже не нужно? Обязательно. Обязательно. Слушай, вот твой танец, вот меня просто поражает мимика его лица, когда он танцевал. Вот это вот все. Это заманивает. Я влюбляюсь в тебя больше и больше, а в твой талант я в восторге от твоего таланта, от твоей пластики, от твоей мимики, от того, что ты, как ты чувствуешь музыку, сцену, зрителей, и ты еще и образ свой чувствуешь. Эти страшные роботики, это ничто по сравнению с тобой, потому что твое выражение лица, твоя пластика, твой ритм, он просто выдавал больше, чем эти роботы. Ты молодец, ты крутой. Алихан, я тебя обожаю. Спасибо большое. Давай, Алиханчик, спасибо тебе большое. Увидимся чуть позже.
Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.